В эфире новости нашего города, в студии Ирина Потехина. Здравствуйте, и вот некоторые темы выпуска. Коллективный договор будет продлен. Такое заявление сделал президент компании RU Energy Group. Все ближе к цели. Строительство перинатального центра в Ноябрьске вышло на финишную прямую. И быть ли остановки в Северной Ниве, когда она там появится и для чего нужен дополнительный остановочный комплекс в поселке. На предприятиях RU Energy Group в Ноябрьске сохранят коллективный договор. Такое заявление в эксклюзивном интервью новостям нашего города сделал президент холдинга Абдулвахап Лизгиев. Он рассказал, что в настоящее время ведется работа по созданию окончательного варианта документа и подчеркнул, что социальные гарантии в нем будут сохранены. Более того, на предприятиях компании, опять же, по заявлению Лизгиева, в ближайшее время будет повышена заработная плата. Об отмене коллективного договора мы не говорим. Мы говорим только лишь об продлении. И, соответственно, еще раз повторюсь, мы сегодня, на сегодняшний день изучаем и только лишь определенный, то есть содержание данного коллективного договора. Вот этот вопрос находится пока на стадии обсуждения, но я, как сказал, сегодня-завтра вопрос закроем. У нас запланировано в июле месяце повышение заработной платы на 5%. Это будет по всей группе компаний. Зарплата ямальских чиновников почти вдвое выше средней по экономике региона. Так называемый рейтинг оторванности подготовила аудиторско-консалтинговая компания ФБК. Согласно полученным данным, Ямал занял в списке 15-ю строчку. По данным аналитиков, окружные чиновники в прошлом году зарабатывали в среднем около 126 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата по округу составила около 66 тысяч. Самыми оторванными от народа, согласно рейтингу, оказались чиновники Тюменской области. А вот служащие Москвы заняли последнее место в рейтинге. Уровень их зарплат всего на 7% превосходит среднегородской показатель. Причем заработки московских чиновников вдвое ниже, чем у ямальских коллег. Это около 64 тысяч в месяц. На Ямале объявлено штормовое предупреждение. По данным Ямальского центра гидрометеорологии, сегодня в отдельных районах бушевала метель и сильный ветер. В Ноябрьске тоже неспокойно. По информации местных синоптиков, из-за вторжения арктического воздуха к вечеру усилился северо-западный ветер. Его скорость более 15 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, а также рост аварийности на дорогах. Управление МЧС просит жителей округа быть предельно внимательными и осторожными. Кстати, сегодня начнет и холодать, а уже в ночь с четверга на пятницу столбик термометров опустится до отметки минус 15 градусов. Между тем, в Ноябрьске уже определили дату открытия купального сезона. Купаться официально горожанам разрешат 15 июня. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в администрации города. По словам начальника управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Дмитрия Шмакова, перед открытием сезона дно озера Светлое снова очистят от мусора, установят буйки и выделят детские зоны для купания. Кроме того, на озере организуют работу спасательной станции и дежурство бригады скорой помощи. Добавлю, пляжи на Светлом будут действовать до 18 августа. Новые подробности в деле о школьных кражах. Напомню, сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего мужчину. Он обвиняется в том, что украл у сотрудницы одной из ноябрьских школ кошелек, в котором находилось 13,5 тысяч рублей. Подозреваемый задержан. И вот сегодня стало известно, что он причастен и к другим кражам, совершенных в образовательных учреждениях Ноябрьска. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый зашел в здание одной из школ города без регистрации у охранника, после чего незаконно проник в служебный кабинет, откуда похитил чужое имущество и скрылся с места совершения преступления. Одной из причин, способствовавшей совершению данных преступлений, явилось то, что входные двери рабочих кабинетов не были заперты на запорное устройство при отсутствии в них работников. Отдел МВД России по городу Ноябрьску обращается к жителям города более бережнее относиться к сохранности личного имущества.
Строительство перинатального центра в Ноябрьске вышло на финишную прямую. Строители уже приступили к завершающей отделке и монтажу специального оборудования. А руководство Центральной городской больницы тем временем занимается подбором персонала и решает вопрос по обеспечению жильем иногородних специалистов. Для работы потребуется порядка 30 докторов и почти 100 человек среднего медперсонала. Напомню, перинатальный центр получил статус окружного. В нем будут действовать несколько отделений для будущих мам и новорожденных. Все работы планируется завершить в будущем году. Собственники гаражей, те, что расположены в тепловике, жалуются на руководство своего кооператива. Мало того, что здесь редко вывозят мусор и практически никогда не чистят снег, так еще и порыв в системе отопления, как оказалось, устранить некому. В ситуации разбиралась Ксения Епишева. Ей слово. Эту неприятность владелец гаража обнаружил еще в прошлый четверг. С тех пор, надо отметить, много воды утекло. Начиная с четверга, в районе, в ночи, возле гаража бежит отопление. После того, как я позвонил гаражный комплекс «Тепловик», ничего не изменилось. Водичка, между тем, коварным образом пробралась в погреб, где Алексей хранит припасы на зиму. Затопила солидно. В общем, закупил картошечки. Я еще звонил в аварийные службы города. Мне точно так же тоже отказали. Не стали принимать заявку. А почему? Они сослались на председателя, что это должен делать отопление, это комплекс «Тепловик». И, соответственно, должна делать это все администрация комплекса. На самом деле, чтобы устранить эту проблему, нужно не так уж и много времени. Но руководство гаражного кооператива от прав на теплосети отказывается. Мол, раз труба за забором, значит и ремонтировать ее они не должны. На вполне резонный вопрос, кто должен, мы получили довольно четкий ответ. «Энергогаз Ноябрьск», хотя у поставщика ресурсов иное мнение на этот счет. Задвижка и труба, где произошел порыв, это часть системы теплоснабжения гаражей, за эксплуатацию которой отвечает сам гаражный комплекс. И независимо от того, проходит эта труба перед забором или за каким-то забором, может быть, ее так было удобнее положить, что она обеспечивает теплом именно гаражи. И сетей, обслуживаемых «Энергогаз Ноябрьском», на территории тепловика нет. И границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности находится как раз вот в этой тепловой камере. Все, что уходит от нее в гаражный комплекс и обеспечивает теплом гаражи, это все ответственность самого тепловика. Вот такие сложные отношения. Кстати, пока обе стороны их выясняют, вода все течет. И это, к слову, далеко не единственная проблема кооператива. Рядом с гаражами красуется огромная куча мусора. Это, по словам владельцев гаражей, явление привычное. Что касается уборки снега, то это вообще отдельная тема. Создается впечатление, что его здесь не вывозили ни разу. Что, собственно, и подтверждают собственники гаражей. Есть вариант не заезжать. Помимо того, в ближайшем будущем обитатели тепловика рискуют и вовсе остаться без тепла. У гаражного комплекса накопился немалый долг перед поставщиками ресурсов – около 3 миллионов рублей. И если в ближайшее время руководство тепловика этот вопрос не урегулирует, в гараже Алексея будет не только сыро, но еще и холодно. Ксения Епишева, Александр Иванов и Григорий Куроптев. Новости нашего города. Проблема с отсутствием чистой питьевой воды в Северной Неве, похоже, отчасти решена. С декабря месяца в поселок два раза в неделю приезжает автоцистерна с чистой водой. Напомню, уже много лет в Северной Неве водопроводная вода такого качества, что ее не то что пить невозможно, в ней стирать люди стараются по минимуму. Она с неприятным запахом, маслянистая, а при нагревании еще и с непонятным осадком. В перспективе об этом говорили чиновники и депутаты. На одном из заседаний Думы в поселке построят локальные очистительные сооружения. Кстати, на этот год в бюджете города уже заложены средства на их проектирование. А пока обещали в администрации, людей без чистой воды не оставят. Все-таки возле дома, рядышком, в любое время, это, ну, мы же знаем строго, что 2 дня в неделю вода будет. И не ехать никуда, тем более, там не каждый день есть время, допустим, не всех машины есть поехать в город. Да и дорогу ночью бывает, то и задуло, то погода же разная. Спасибо все-таки, что нам возят чистую воду. Так что проблем сейчас с водой нету. А в скором времени решится и еще один наболевший вопрос. В Северной Неве установят дополнительную остановку. Автобус останавливается вот возле красных домов.
И нам приходится идти вот до того здания. Вон до того здания. Весной и осенью очень это накладненько, потому что слякоть, дождь и ветер. Ну и пенсионерам тяжело, есть и астматики больные, так что не знаю я. Хочется сделать поближе остановку, вот с этой стороны. Причем добираться от остановки до дома проблематично не только в межсезонье, говорит Злиха Вафина. Дело в том, что поселок разделен на два жилых мини-района. Один – это две капитальные двухэтажки и деревянные одноэтажные общежития. Находится непосредственно перед въездом на территорию сельхозкомплекса. Здесь и останавливается единственный курсирующий в поселок автобус. А второй райончик совсем в другой стороне. Там люди живут в бывшем административно-бытовом комплексе. В этом же бывшем АБК живет Злиха Вафина. У нее, как и у многих других семей, нет личного автомобиля. Вот и приходится с авоськами, магазина в Северной Неве нет, из города добираться сначала на автобусе, а потом еще и пешком. К слову, к самой десятке претензий у жителей поселка нет. Автобус ходит по графику, отправление через каждый час. Маршрут удобный, объезжает практически весь город. И стоит проезд недорого – 15 рублей. Полкилометра пешком идти. Так что приходится тормозить. Это как-то сказывается на вашей работе? Да нет, в принципе, нормально. Когда остановится, когда не остановится. Когда не остановится, конечно же, мы злимся, ругаемся и вообще просим, чтобы остановили нам. Люди не просят, чтобы автобус подъезжал к их дому. Они просто хотят, чтобы останавливался он перед развилкой. Нам обратились жители поселка Северная Нива с просьбой организовать там дополнительную остановку с тем, чтобы жителям было удобно добираться до своих жилищ, потому что часть жилых домов, они расположены на въезде, да, так скажем, в поселок, а остальная часть на конечной остановке. К слову, в Северной Ниве на месте будущей остановки уже появился знак, а площадка засыпана гравием. Летом доделают и оставшуюся работу, положат асфальт и установят сам комплекс. Алексей Попов, Александр Иванов, новости нашего города. Сегодня юные патриоты Ямала начали борьбу за звание самых быстрых, метких и ловких. В ноябрьске стартовала военно-спортивная игра «Командарм». Сегодня на базе регионального центра патриотического воспитания прошла торжественная церемония открытия. В 16-й по счету игре примут участие 9 команд кадетов из разных муниципалитетов округа. В сегодняшнем конкурсном дне участники соревнований прошли 3 испытания. Смотр строя и песни, военизированную командную эстафету и конкурс «Ягод». Гражданин России. Состязания продлятся до 12 апреля. Кроме того, в рамках командарма проходит и второй окружной слет девочек-кадетов. Сегодня участницы написали тестирование по основам доврачебной помощи и посостязались в военизированной эстафете. На каникулы за границу. В первой гимназии уже 4-й год существует практика проведения так называемых каникулярных школ. Это когда учеников по окончании четверти вывозят в образовательные центры в Белорецке и Екатеринбурге. В этот раз гимназисты впервые побывали и в Финляндии. И в общей сложности обучение в таких выездных школах во время весенних каникул прошли 50 человек. Для чего нужны такие поездки, а также что интересного и нового узнали гимназисты в нашем следующем материале. Сильно отличается от России тем, что вот кому не подойдешь на улице, все разговаривают по-английски. То есть иностранцам там очень легко, английским все свободно владеют. А в целом, продолжает шестиклассник Артем Лындов, Финляндия и Россия очень похожи, хотя бы пейзажами. Поехать на весенние каникулы в эти нежаркие края он решил для того, чтобы подтянуть свой английский, разговорный. И это у Артема получилось. Все-таки готовили проекты, проходили всевозможные практикумы, да и, в общем-то, жили в образовательном центре, который называется «Школа межкультурного диалога». Мы как бы не учились, а общались. Главная цель этого проекта была сплочиться. То есть нас разделили на группы так, чтобы в каждой группе было как можно меньше знакомых людей, чтобы человек старался познакомиться с другими людьми. Мне очень понравилось обучение, мне понравился сам процесс. Во-первых, учителя были просто великолепные. У нас было 3 русских учителя и 2 английских преподавателя. Это Энтони Шоу и Катя Элкок. Они как бы у них смешанные крови, они наполовину финны, наполовину англичане. С ним было очень интересно и легко вести диалог. Обычно у англичан быстрый
темп, разговорный темп. Они старались более медленно и понятно. Хоть и не за граница, но тоже познавательно и интересно было старшеклассникам, которые ездили в Екатеринбург, в Уральский государственный экономический университет. Кстати, родителям этих гимназистов платить ничего не пришлось. Спонсорскую помощь оказали социальные партнеры образовательного учреждения. У нас было 4 пары. Мы просидели в университете до 5 часов. Потом шли на культурные мероприятия, посещение театров, разных там кино. Ну, прочувствовать, как это учиться в университете, то есть чтобы потом, когда ты пришел на первый курс, не было какой-то паники, волнения. Ну, вот мне это очень помогло. Мы встретились с послом Бенина в России, это Габриэль Качев. Ну, это очень открытый человек, он постоянно задавал нам вопросы, ждал от нас вопросов, старался с нами вести диалог, он рассказал о том, как важно учиться, рассказал свою историю. Он приехал как бы из африканской страны в СССР учиться без ничего буквально. Плодотворно пролетели 10 дней и в Белорецке, на базе Уральской экономико-компьютерной школы. Туда ученики ездят, чтобы углубленно позаниматься английским и математикой. И им это удается. По итогам обучения в гимназию ребята всегда привозят дипломы. Со следующего года мы планируем расширить спектр профильных школ, потому что это востребовано детям, это актуально для них. И мы добавляем русскую филологическую школу в Санкт-Петербурге и технологическую школу для физиков и математиков в Финляндии. Выездные школы рассчитаны на учеников с 6 по 11 классы. И преимуществ такого проведения каникул немало. Это и новые друзья, и положительные эмоции, и, конечно, приобретенные знания, подтвержденные соответствующими сертификатами. Ольга Попова, Григорий Куроптев, новости нашего города. «Люблю тебя, Ямал» – так называется выставка известного ямальского фотографа Сергея Анисимова, которая в эти дни проходит в музейном ресурсном центре. Сергей Анисимов уже более 9 лет снимает красоты северных широт и величия Арктики и добился в этом искусстве ошеломительных успехов. Его талант не раз был отмечен российскими и международными наградами, а его снимки украшают страницы самых известных изданий. Работы фотохудожника выставляются в музеях многих стран мира. Эта выставка родилась 2 года назад, была посвящена моему юбилею, была представлена впервые в Салехарде, на ней было 250 работ. Потом эта выставка, которая отправилась по разным городам, как в Европе, так и в России. И сейчас вот она представлена в городе Ноябрьске. Ну, работ, конечно, меньше, здесь 54 работы, но здесь самая моя любимая, самая интересная, самая достойная моя работа. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Андверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Апреля в Салехарде без осадков. Ветер западный, температура 5 градусов ниже 0. В Муравленко преимущественно без осадков. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура 5 градусов мороза. В Ноябрьске облачно, возможен снег. Ветер западный до 5 метров в секунду. Температура минус 4 градуса.